Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь», том 17, вопрос 3147. Вы могли бы выразить коротко и для всех понятно, почему вдруг зарубежные решили объединяться с патриархийными? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Во-первых, они ничем друг от друга никогда не отличались. Нигде Слово Божие не было авторитетом, и проповедь прямо о Христе не стояла на первом месте ни у тех, ни у других. А остальное тоже один к одному. Для них возрождение означает воцерковление, храмы, монастыри, монашество, мощи, иконы мироточивые, чудотворные, кресты поклонные, канонизация, паломничество по святым мостам, традиции, корни, предания и прочее подобное. Если в этом не было разъединения, то и объединять нечего было, они всегда были едины. Там подпитка ограничена, она только за счет новоприбывших, а этот источник почти исчерпан. Дети через смешанные браки уходят навсегда. И если не сейчас объединяться, то... через десятка-два лет уже и не будет, быть может, надобности ратовать за объединение. Их рывок и радость в ту сторону патриархии могут быть видны в примере древности. Книга Судей, 18 глава, 18-20 стих. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, Терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. Екклесиаст 7.13. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» А вот таким общинам, где Слово Божие на первом месте, где постоянно звучит проповедь и где чтение библейских текстов, в том числе и псалтири, в храме только на русском языке, где выполняются все каноны соборов, оглашенные языдити, где катехизация от 3 до 5 лет, тем ни под каким видом нельзя соединяться с беззаконующими, ибо это смертельно опасно. 2 Коринфянам 6:15. Какое соучастие верного с неверным? Над каждым поколением висит своя беда, тяжелая, внезапная для всех. Ее заранее полезно увидать, она всегда не даром, а за грех. Сначала лупят нас поодиночке за воровство, за пьянство, за измену. Потом нагрянет неизбывно, срочно, и в неводи не рыба, только змеи. Беспечность, безразличие всеобщее. И только кое-где лишь единицы по тайным уголкам и днем, и ночью стараются поститься и молиться. Но той беды никак не избежите. Она по плану к нам от Иеговы. Борьба за мир, подпорки очень жидкие. Все договоры рвут, они условны. От изобилия муки, деликатесов не будет ни следа, ни порошинки. Мечта одна, досыто бы наесться, купить за то, что дедами нажито. Пока лишь всполохи терактов кое-где болезнями пугают произвольно. Как признаки конца не проглядеть. На раны не бальзам, но много соли. Нет совести, на ней одни коросты. Жестокость пожирает нищету,
ломают переломленные трости. Дозрим, дослышим, будем начеку, жируют богатеи, клан, клан любодеев, жалобы на них к небесному престолу. И час возмездия эксперты проглядели. От цитаделей зла не обретешь осколков. Кто ценит время нынешней свободы, на благовестье тот, не покладая рук, с полынью ужин от Иисуса подан. Потоки бед нечаянно напрут. 24 мая 2006 год. Игнатий Лапкин.